Бэкст, Бэкст, Бэкст. Бэкст, Бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем... Подожди, нужно сказать по-другому. Сегодня мы с тобой поработаем в пиццерии. Ну что, понеслась, давай нажимаем на плей поскорее. Плей. Ух, как мы влетаем в пиццерию. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. А, нам предлагают, короче, выбрать, за кого мы хотим поработать здесь. Первый вариант — это кассир. Нет, кассиром я не хочу быть. Воу, это же кухня, кажется, у нас кухня горит. Ты посмотри, сколько там пиццы сожгли. По-моему, целых 3 штуки сожгли. Дальше смотрим, что у нас еще есть. Где мы можем поработать? А, пицца-упаковка. Здесь мы запаковываем пиццу в коробке и уносим это все нашим посетителям. Это что, пицца с мухами, что ли? С тараканами, с мухами. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. Ты этого не видел. Все, дальше едем. Так, здесь у нас, что это у нас? А, вот это доставка. Здесь у нас появляется пицца, которую нужно доставить кому-то на дом. Все ясно, едем дальше. Так, воу. Чуть за помещение такое? А, по-моему, это, слушай. А, все ясно, это, короче, наш поставщик. Он поставляет нам все ингредиенты для пиццы. Но я здесь тоже не хочу работать. Идем дальше. Ой, это, кажется, наш дом. Вроде бы когда. Но я здесь тоже не хочу появляться, так что давай начнем с самого начала, с кассы. Итак, здравствуйте, здравствуйте, мадамы, мадмуазели. Почему-то на кассе работают одни девушки. Или это мальчик? Мальчик, у которого одна рука очень-очень квадратная. Давай выйдем на улицу, посмотрим. О боже, как я бегаю, у меня словно вместо ног две палки прилепили. Ужас какой. Так, выходим на улицу. О, да ты только глянь, мы прям на побережье. Тут же море рядышком, вот, и тут наш пицца стоит. Вот это пиццерия, вот это я понимаю. Отличное место для нее выбрали. Ну что ж, ладно, пойдем попробуем обслужить наших первых посетителей. Блин, правда, кассы все заняты. Эй, чуваки, ну что, вы будете обслуживать, нет? Ладно, давай возьмем заказ у этого чувака. Так, добрый день. Здорово, что хочешь? А, он хочет вот эту пиццу. Пожалуйста. Еее, мой первый заказ. Я принял свой первый заказ. Опупительно. Так, мадам, мадам, это менеджер, походу, выбежал. Ой, кажется, она сейчас люлей надает этому блондинчику за то, что он не работает. А что у нас там на кухне-то творится? Чуваки, вы там мою пиццу готовите, а? Вроде готовят. Ну, молодцы, молодцы. Ладно, пойдем. Продолжим работать на кассе. Так, еще один посетитель. Здравствуйте, здравствуйте. Кажется, меня перехватило. Вот эта девочка. О, ночь наступила. Ничего ж себе, мне уже чек дали на 45 монет. Спасибо, спасибо. Я недавно работаю, мне уже зарплату дали. Офигенно. Опачки, посетитель пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Что вы любите? Mountain Dew он хочет, да? Ну, пожалуйста, вот Mountain Dew. Вынести, пожалуйста, Mountain Dew. Так. Здравствуйте, мадам, здравствуйте. Чего извольте? Пью-пью-пью, могу я сказать. Хе. Нет, мне кажется, она обидится. Рад видеть вас. Что хотите? О май гад. Пепперони пиццу, пожалуйста. Да без проблем. Пожалуйста, пепперони пиццу. Спасибо. Ну, как бы я понял, что делать на кассе. Можно мне повышение, пожалуйста? Менеджера нет. Ну, в общем, я сам себе повышение устрою. Идем в комнату Kitchen, где можно готовить пиццу. И... Так, что нужно сделать? О, это тесто. Смотри, это тесто. Я беру тесто. Кладу его сюда. Ой, кажется, я положил усе на голову. Так, подожди, давай, вот, я положил пиццу. Что дальше? Нам нужно сделать вот такую, да? Значит, основу я уже... Опачки, опачки, подожди, это тут за меня уже пиццу сделали. Ладно, я тогда буду класть вот так вот тесто. А я могу на голову кому-нибудь положить? На голову тесто положил, прикольно. А ну-ка, если я его сюда засуну. Так, все, закрываем печку. Готовится, прикольно. Прикольно готов... А я сам в печку могу залезть? Дайте я в печку залезу. Тихо, не закрывай. Чуть меня не закрыли. Ребят, ну вы крутые, крутые. Вы здесь на кухне-то получше, чем на кассе работать. Поинтереснее. Так, у нас там пицца сготовилась. Смотри, какой корж крутой. Дай-ка я девочке на голову его одену. Вот так. Видала, какой... На пол уронил. На пол уронил, блин. Нельзя на пол. Вот, я лучше сюда положу. Вот так. Так, а что если я сейчас сюда, на этот корж готовый, кину кетчуп? Кину
колбаси. Фу, тараканы, ба, жуть какая. Не думал, что мы тут пиццу с тараканами делаем. Так, блин, что-то у меня какая-то не такая пицца. Что-то у меня не так получилось. Ребят, ай, пофиг, ладно, отправим. Отправим вот так вот. Нет. Такую пиццу не приняли. В утиль тогда. В утиль. Как это в утиль-то отправить? А, да что ж такое-то? Блин, что-то пицца, короче, не выкидывается. Вообще капец, как так-то? Она же сюда должна пролезть. Так, а давай попробуем по-другому. Вот так вот я возвращаю ее на стол, закидываю сюда сыра и кидаю это все в печку. Погоди. Печку открываю, закидываю и еще раз пеку. Посмотрим, что получится. Во, смотри! Не понял. Что, все, пиццерия перестала работать, с меня почему-то сняли одежду. Во, теперь я работаю на кухне, отлично. Я, кстати, сготовил ту пиццу, которую нужно, ты посмотри. Нифига себе, молодчик. Так, отправляем. Ее приняли. Блин, а что так много народу-то на кухне? Товарищи, может вы со стола слезете, как бы не принято, мы тут пиццу делаем, а вы тут на столе стоите. Нифига себе, смотри, какую она пиццу здоровую делает. Тут уже шестой слой пиццы. Нифига себе, это что, торт сейчас будет, что ли? Офигеть! Жесть, вот это жирная пицца получится. Так, ну-ка давай попробуем затолкать вот эту... А, нет, смотри. Я могу только верхний слой взять пиццы. Я-то думал, я весь торт этот смогу забрать, весь корж. А нифига. Так, ладно, давай раскидай сейчас тут пиццу. Отправим этот корж вот сюда. Вот сюда отправляем, закрываем. Давай все печки откроем вот так вот и закинем туда все тесто. Отлично. И сюда. Все, готовится, готовится у нас отлично. Во! Здесь у нас корж уже сготовился. Вытаскиваем его. Ну, подрумянился, как вкусно пахнет. Давай в несколько слоев его соберем. Вот так вот. Пожар, пожар! Огнетушитель, где ты? Огнетушитель! Быстро, да подожди, не вытаскивай его, дай его затушу. Нафиг. Сейчас нафиг тут всех пенкой залью. Опс. И ты посмотри на эту девочку. Она вся в пене. Блин, прикольно. Прикольно, девочка, ты будешь вся в пене ходить. Вот так вот. Заогнетушилил ее. Все, в общем. Так. Ну, в принципе, на кухне все понятно, все ясно стало, да? Предлагаю отсюда валить. К сожалению, повар и пиццемейкер из меня получился не очень. Ребят, напоследок, можно я вот так вот сделаю, а? Вы же не обидитесь, да? Вот так. Ладно, все, ребят, давайте, пока. Я пошел. А ты кто такой? Ладно, неважно. Я иду сюда, что у нас здесь? Ой. Тут у нас на рабочем месте спят. Ужас какой. Итак, сейчас мы попробуем упаковывать пиццу. Берем вот эту пиццу, запаковываем сюда, закрываем. Отлично, и отправляем вот сюда. Уехала. Берем новую коробочку, ставим сюда, берем пиццу, закидываем, закрываем и отправляем сюда. Ну, в принципе, упаковка пиццы это, ну, как бы, слишком просто, да? Мы здесь уже все поняли с тобой, поэтому валим отсюда. О, менеджер офис, ну-ка пойдем зайдем. Заперто. Нет! Я хотел к менеджеру зайти. Ну ладно, пойдем дальше. Так, что у нас здесь? А здесь у нас доставка. Сейчас нам пиццу запакуют, принесут сюда, и мы повезем пиццу. Куда, пока неизвестно. Чё-то пиццы нету. Вот пицца. Так. Хоп. Хоп. Отправили, бежим туда быстренько. Берем эту пиццу и на доставочку. Куда доставить? Садимся в машину нашу пиццерийскую. О! Все, погнали. Крутые тачки, слушай, носятся прям... Ой-ой-ой, грузовик какой большой. Так, стопэ, стопэ, кажется, нам сюда. Идем. Вот так вот. О, так это же я. Я сам себе пиццу доставил. Нифига себе, прикол. О, я могу в квартирку зайти. А, это я что, сам себе домой зашел? Нифига себе, прикольно. Ладно, валим отсюда пока. Опачки, 240 монет пришло. Спасибо. Я их отработал, это здорово. Ну что, давай сядем в эту тачку. Воу-воу, как не туда. Так, нам вперед надо. И поедем на завод.
где у нас делают допинги для нашей пиццы. Ну, вообще все ингредиенты, в принципе. Так, вот мы приехали на завод. Сейчас заедем туда. Вот так. А может, сюда не стоит? Это же место для грузовиков. Давай вот тут вот встанем. Вот так. И пойдем поднимемся, посмотрим, что у нас здесь такое творится. Здравствуйте, здравствуйте. Я тут пришел поработать. Можно мне как-нибудь униформу выдать или что? Не, походу униформу мне не выдадут. Ладно, давай тогда сделаем вот так вот. Просто понажимаем на все цветные кнопочки. Оп. А, во. В униформу оделся. Отлично. Тогда вот эту кнопочку нажму. Что происходит? О, ты посмотри, вон они, все эти ингредиенты появляются. Так, что еще мы можем добавить? Короче, всего по чуть-чуть. Блин, почему они все квадратные? А теперь мне нужно как-то это все загрузить в машину. Это, наверное, делается вот так. А, точно, смотри, я беру это все и переношу. Хоп. Ну, давай каждого цвета возьмем. Ой, кажется, я промахнулся. Вот. Да что ж такое-то? Не понял, там кто-то под КамАЗом? Ты глянь, там реально кто-то под КамАЗом. А-та-та. По-моему, там целых два игрока. Ужас какой. Надо их вытащить оттуда. Сейчас машину отгоню. Ребят, подождите. Вы еще там? Сейчас тачку отгоню. А, не, это один игрок, и, по-моему, ему нормально было. Ладно. Пускай стоит там. Так, загрузили. Давайте пересядем. И повезем нафиг отсюда все это дело. В нашу пиццерию. В нашу пиццерию. Поехали. Так, конечно, немножко я тут загрузил. Совсем какую-то ерундовину. Но посмотрим, как это работает в целом. Так, вот мы приехали к пиццерии. Нам здесь кто-нибудь ворота откроет? О, открыли. Нужно теперь развернуться. Сейчас, подожди, развернусь. Вот так. И заезжаем. Во. Теперь нужно нажать на рычаг, чтобы разгрузиться. Опачки. Круто! А ну-ка поехали вместе с этими квадратами. Что дальше-то будет? Во-во-во. А что-то меня не... Эй! Кажется, меня тоже засосало в трубу. О, ты посмотри. Ой. Кажется, зря я это сделал. Глупая затея была. Я тут чью-то тачку взял. Не знаю чью, но она красненькая. Наверное, тоже от пиццерии. В общем, мы с тобой поработали везде, где только можно. Пиши комментарий, какая работа тебе больше всего понравилась. А на сегодня, я думаю, достаточно мы с тобой поработали. И поэтому не забывай ставить лайкосики, писать комментарий и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем пока, удачки и увидимся в новом видео. Боже, как меня свернуло. Надо развернуться.